Привет, друзья! Вы на канале Рисуем вместе со Светланой Пробышевой. И сегодня я хочу вам рассказать, что я продолжаю снимать вторую часть ролика про персонажа из компьютерной игры Genshin Impact «Рисую Кли». И сегодня как раз вторая часть, где я ее завершаю. Кстати, вот мой рисунок. Я его рисовала по готовому уже арту. Да? То есть это референс, и рисовала акварелью. Сегодня в этом ролике вы увидите, как я завершала эту работу. Скажу честно, потратила на нее большое количество времени. И, конечно, данная работа – это, можно сказать, пожелание моей ученицы Марины. И я его могу с гордостью сказать, что я его завершила. И надеюсь, что вам тоже этот ролик понравится. Но здесь я просто показываю, как я рисую. Если вам будет интересно узнать конкретно, как нарисовать пошагово с объяснением, тогда я покажу вам этот подробнейший туториал, сделаю для вас, но при условии, когда наберу на свой канал 1000 человек, 1000 людей, которые захотят рисовать вместе со мной, и только после этого я сделаю подробнейший туториал по данной картинке. Персонаж Кли. Благодаря моим ученицам, есть у меня еще одна ученица по имени Эвелина, которая также играет в эту игру, и ее пожелание, которое она мне заказала, нарисовать 9 еще персонажей из этой игры. Попробую провести марафон именно по отрисовке этих персонажей разными графическими материалами. Это может быть будет у меня акварель, цветные карандаши, может быть буду использовать маркеры. И, конечно, это будут подробные туториалы. По времени пока не могу сказать, сколько это будет занимать, но осталось, вот первый персонаж уже есть. Чтобы подробный туториал получить конкретно по данной картинке, я уже условия озвучила ранее, то есть 1000 подписчиков на моем канале, и я выпущу именно туториал по данной работе. Следующий персонаж, который выйдет, я о нем расскажу чуть-чуть попозже. Это будет видео, поэтому смотрите. И далее вы увидите, о ком идет речь и кого я буду дальше рисовать, то есть в следующем видеоуроке. Это уже будет туториал с подробной прорисовкой, с пошаговым объяснением, что зачем нужно будет делать. И если вам будет это интересно, а еще лучше, если вы будете еще вместе со мной рисовать и повторять, будет прям здорово. Поэтому, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте мне лайки, я их жду с большим удовольствием. И, ну, давайте смотреть, приятного просмотра! Итак, я продолжаю работать над персонажем Кли. Скажу вам честно, что на полную отрисовку этой картинки у меня ушло 6 часов. Я, конечно, рисовала ее не за один раз, а в разное удобное для меня время, и по факту получилось всего 6 часов. Так что, ребята, если вы задумали рисовать подобные арты, то знайте, что для подробной прорисовки потребуется время, быстро не получится. Я решила раскрасить эту картинку обычной детской акварелью классика 36 цветов. В этой работе много красно-розовых и нежно-коричневых оттенков, вернее полутонов. В этом и заключается сложность наложения цвета. Для тех, кто с акварелью не дружит, лучше подобную работу делать цветными карандашами. Знайте, что карандаши также можно смешивать, чтобы получить необходимые оттенки. А еще лучше приобрести набор карандашей с большой палитрой. Вот тогда меньше будет головной боли. Thank you.
Я работаю чаще всего с детьми разного возраста, и сейчас мои ученицы, о которых я говорила в самом начале видео, советуют мне перерисовать персонажей из этой популярной игры Genshin Impact. Мне показали арты героев, они действительно красивые с художественной точки зрения, и тем более я чувствую, что они мне по душе. И хочется нарисовать, по этим артам можно научиться рисовать фигуру человека в разных позах, научиться смешивать цвета, получать градиенты, если работать акварелью. То есть, я хочу сказать, с точки зрения обучения рисования этих героев игры, то это интересно не только подросткам, но и мне самой. Я люблю фэнтези и различные мультфильмы, где есть красивая графика. Вот это точно моя тема. Спасибо моим девочкам за прекрасный совет. Теперь стоит передо мной большая задача – нарисовать еще 9 персонажей из этой игры. Чувствую, что на это уйдет у меня масса времени, и возможно, что ролики будут выходить не всегда вовремя и часто, но они будут. Тем более, я дала обещание моим ученицам и вам, зрителям, кто смотрит мой канал и мои видео. Поэтому буду рада рисовать и обучать одновременно.
Девочка Кли мне понравилась. Она яркая, непредсказуемая и очень интересная. Как я говорила ранее, что в следующий раз я буду вести туториал по новому персонажу, которого зовут Нингуан. Я пока еще не знаю всех тонкостей этой игры, так как я в нее не играю. Мне просто понравились с художественной точки зрения эти герои. И когда мне Эвелина показала часть персонажей, я сразу обратила внимание на эту красотку. Вот с нее и начну серию туториалов по рисованию героев игры Genshin Impact. Если вы также любите играть в эту игру и хотите научиться рисовать персонажей из игры, то смело присоединяйтесь ко мне на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео, и давайте рисовать вместе! Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Поэтому, если понравился, ставьте, конечно, ваши сердечки. И еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал. И до встречи, до новых видеоуроков. Пока!